Всем привет, с вами снова Лакмус. И Меламарю, привет. Мы продолжаем играть в дополнение к Neverwinter Nights под названием Пики Рейвенлофта и находимся в замке, собственно говоря, графа. Между записью мы пробежались по торговцам, распродали лишнее барахло, просто чтобы освободить инвентарь. И перед тем, как мы спустимся в подвал, все-таки мы хотели бы зачистить вот эту башню. Вроде бы здесь мы не были. И подожди секундочку. Подожди, бафы, да. Чё? И нет, не бафы. И пока мы там ходили торговцам, я заметила, что у меня повысился уровень и оставила, чтобы его на запись повысить. Значит, я выбираю все равно дальше ассасина. Тут нужно, мы обсуждали, что искусство ставить ловушки добавить. Очки сюда кинуть. Ты посмотри, что он творит. Я думала, я сейчас часть скину, а то, что по стандарту, оно раскидается в остальные само. До 13 мне, по крайней мере, позволяет. Давайте я слежу, мне что поставлю. Так, мне дают навыки интуитивный отскок, смертельный удар и тьма. Тьма, скорее всего, активируется по выбору, где она есть. Все-таки вот, тьму дали, да? Да. Сейчас я куда-нибудь поставлю. Если бы не нежить еще. Да, по выбору. А куда я как бы. А, она здесь по-другому ставится. Угу. Все, выставил. На панельку. Будем пробовать. Все, идем. Идем. Сохранимся только. Да, но здесь мы не были, но что-то как-то здесь пустовато. Какой-то маленький переходик. Это башня, может, она и будет такими маленькими переходиками. Ну, здесь вообще пусто. Я даже не знаю, что здесь можно сделать. Слушай, ну сюда есть другой проход с комнат плача. Так, комнаты плача у нас где? А здесь мы, получается, больше никуда не можем пройти. Да. Нам надо в комнату плача. Ну, получается, здесь через верх в любом случае нужно посмотреть, где там такие комнаты. Это, наверное, где-то вверх суд граф где-то там. Наверное. А как мы пропустили? Да мы вроде в них были, но мы просто в башню саму не вступили. Ты, наверное, далеко пошел, потому что здесь есть вот и рядом проход. Не, ну здесь вот мы не ходили, видишь, дверь закрыта здесь. А, ты вон куда хочешь. Там мы наверняка ходили уже. Ну, давай туда попробуем. Я, честно говоря, не думала, что здесь так все запутано. Ну вот, получается. Ага, вот, в комнаты плача. Есть проход. Я вижу его. И мы туда не ходили, кстати, дверь тоже закрыта. Значит, сейчас сходим и оттуда пойдем в башню. Как мы так лоханулись-то? О, ну здесь мы были. Да, мы здесь были. Через другую дверь, по-моему, заходили. Вниз в подземелье. Вверх, верхнюю башню. Вот туда нам надо, наверное. Вот да? Справа внизу, получается, по карте, если. Но дверь-то открыта. На самом деле, тут, может быть, мы где-то пропустили. Подожди, мы там были. Вверх в нижнюю башню. Туда мы ходили. Да, все. Вот эти двери открыты, значит, мы там были. Мне вот интересно вот этот вот портрет. Картина, вернее, с изображением, вот, которое написано. Мы, кстати, не пробовали ее юзать. Хотя я пробовал ее юзать, но она что-то не особо юзается.
И вот через этот подфакельник мы попадаем вот в эти комнатки. И здесь вот как бы телепорты, но мы все не тыкали, по сути. По-моему, мы там все тыкали. Ну, не знаю тогда. Они же вот... Ты же сказал, что без разницы правый и левый, как бы. Оба все равно туда идут. Сейчас я все еще раз протыкаю хорошенько. Чтобы кстати, точно левый не вообще не пропустить. юзается, а вот правый... Вот правый юзнулся. Левый вообще не юзался сейчас. Тут мы все обшарили, да? Ну, получается, да. И это телепорт обратно. Да. Так, а здесь у нас подруга сидела, которая квестовая, да? Угу. Ну, она, по-моему, там и сидит. Нет? А, нет, кстати. Ну, она же ушла, вроде мы ее отправили. Да. Так, ну что, тогда получается... Мы все обследовали, что ли, хочешь сказать? Получается, мы здесь все обследовали. Но где-то что-то, видимо, пропустили. Может, все-таки вверх в верхнюю башню или вверх в нижнюю башню нам надо? Там другая локация. По-другому называется. Давай попробуем, что нам терять. Давай до нижней башни дойдем, например. Или ты верхнюю хочешь? Ну, она верхняя же, самая верхняя там была. Угу. Там, судя по карте, была тоже просто комнатка, по сути, маленькая, и все. Да. А ну вот она, может, собственно, вот она и мы есть. Мы туда и заходили. Все, мы же здесь с графом, блин, тупняк. Мы здесь с графом общались. Все, делать нечего, идем, значит. Ну да, нам по сюжету и говорили, нам по квесту говорили, что нам надо верхнюю башню. Мы сюда как раз и заходили. А вот в нижнюю башню, по-моему, мы не ходили все-таки. А ты где? Я вышла. Ты Куда? Туда вон по коридору пошел, я смотрю, судя по этой, по Ирине. Куда ты вышел? Не поняла, куда ты пошел? Я Ирину видела, когда она пошла по коридору. Я понимаю, что она за тобой. Давай вниз, потому что нам сейчас надо в подвал. Все это верхняя, нижняя башня, все это мы уже облазили. Просто там одну комнатку маленькую не осмотрели, но она пустая оказалась. Угу. Сейчас Ладно, мы идем пошли. Уже в самый низ. Давай внизу, в принципе, были. Небольшой тупняк получился. Мы просто считали, что мы там не были. Так, и вот здесь надо точно вспомнить, где мы заходили. Где сейчас? Тут два входа, и они разные, они не сообщаются. Через телепорт мы шли, да? У меня вопрос, где ты находишься? На каком этаже? Ну вниз иди, чё, на каком? В подвале. Мы же вместе шли. Я сейчас в подвал с какого входа задаю вопрос? Да без разницы. Да я тебя каким-то образом умудрилась тебя потерять. Да мы в трех соснах блуждаем. В подвал спускайся любым ходом. Ну вот. Угу. Я так думаю, что через телепорт мы вроде ходили. Да. Мы сначала прошли так, а потом через телепорт. Чувак один написал в комментариях, что у него такое впечатление, что мы друг друга терпеть не можем. Почему? Не знаю. Странно. Тогда мы бы и не записывали вместе. Так, ну все, вроде правильно мы пришли. Давай сейчас, значит, попытаемся еще разок ломануться в эти запертые, в запертую эту вот синей магией комнату. Угу. Знаешь, вдруг... у меня была мысля, что туда, наверное, может зайти только упорядоченно добрый. Ну, слушай, мы неправильно пришли. Я недостаточно добрый. О, опять зомби здесь. А, нет, правильно. Опять спаунятся зомби. У тебя нейтрально добрый.
У меня была мысль, что туда, наверное, надо упорядоченно добрить. Слушай, они мне наложили уровень снижен, заразы. Так, придется мне юзать баночку. Зелье восстановления надо. Да. По-другому никак здесь. Какие-то мелкие зомби и такую пакость. Нет, смотри-ка. Что, не помогло? А ты выпил малка мелого или Но у меня полного? только меньшего восстановления. Меньшего или полного? Подожди, Давайте но у меня есть свиток восстановления один. Ну, давай я тебе дам одну баночку полного. Да зачем? У меня вот один свиток, нормально. Свиток про канал. Идем дальше. Я так думаю, что сейчас они все равно будут вылазить, потому что это что-то какие-то рандомные, видать. Черти. Так что ты это признайся, что я тебя не насильно заставляю тут. Нет, у нас все по обоюдному согласию. И вообще идея была моя изначально. Все, нет, меня не пускают. Значит, идем к могиле. Но у меня была мысль, что там надо, наверное, упорядоченно добрый. Опять зомби, да блин. Идем, пока граф жив, они так и будут появляться. Да, скорее всего. Да ты их изгнанием одним ударом можешь. Да мне что-то как-то стрёмно даже, жалко. Ну, по-моему, они дебафнули нашу Ирину. Чего у меня тут? Да нет, вроде нормально. Ты можешь на нее посмотреть, по-моему, я не могу. Да не, нормально, она, видимо, у нее сработал какой-то резист. Так, нам надо, по-моему, через вот эту стену красной магии, потому что так мы не пройдем. Там портует. А тут зомби бегут, смотри, пачками. Что-то их так много здесь не было, слушай. Да. А я когда-то проходил здесь лучником, вот это был геморрой. Ты куда пошел? А, искать стену красной магии. Вообще-то мы рядом были. А вот, подожди, что-то я туплю. Она же на карте помечена. Да-да-да. Мы были прямо рядом с ней. Вон она. Так, подожди, сохранимся. Может, паучка призвать? До кучи. Ай. Я вроде назад шагнула, но я все равно в нее шагнула, короче. Ну что, сейчас будем тебя спасать, значит. Да вроде ничего не происходит пока. Может, пока саркофаг не трогаю, поэтому ничего не происходит. Тогда пока что я сожру баночку. Задубевшей кожи. И паучку тоже дам. И тебе, да? У меня три. Да мне вообще все бафы слетели так-то. А у тебя какие там бафы были? Не знаю, тебе виднее, что ты бафаешь. Да у меня подожди, есть. Подожди, подожди, зачем это? Я не это то хотел. Задушая кожа у меня есть, не надо. У меня грация есть, у меня скорость тут есть даже. Так что, в принципе, нормально. Я уже в процессе там, что надо, сделаю. Ну, пробуем тогда его расшевелить. Ну, может быть, нам что-то по заданию посмотреть, что нам надо? Так. Это тоже хорошая мысль. А затем исчезла, громко смеясь. Она дала мне такие подсказки. Сила добра и защиты против тьмы можно найти при помощи давно умершего принца. Знания о моем противнике можно найти вместе спокойствия, гавани, силы и могущества. Объект моих поисков – властный человек, чей враг – свет, находится в месте головокружительной высоты. Надеюсь найти там хотя бы винный погреб. Слушай, меня... О, подожди, подожди, есть, да. Есть. Что-то есть. Я уже это думал, всего лишь зомби стада. Что нам идти? Нет, ну, может быть, вот он сам, почему, сам явился. Где? А, вон он, ага. Да, сейчас мы его попытаемся изгнать. Но он нереальный, вряд ли он, конечно, почувствует что-то. Крутует по пауку. Паук сейчас уйдет. А, мне надо вот эту дубинку брать. Потому что всё. Я так его не пробиваю. А, смотри, на тебя согрелся. Да у меня ловкость, в принципе, высокая. Должна уворачивать. Хотя нифига не уворачивается. Сейчас мы помолимся, смотри-ка. Хоба! Нормально.
Он мне уровень понизил. Смотри-ка, призывает чертей своих. Так, ранение, давай-ка тебя полечим. Я уже полечилась. Я смог. Но ему чуть-чуть осталось. В общем-то. Ты Ирину подлечи. Она сама не догадается. Ну или догадается, но я очень слабо. Я хочу их просто угнать. А, он на ней висит, получается. Да. Ты Ирину лечи давай. Все, Ирина ушла. Да, поздно. Ладно, у нас есть. Не дожила, старушка. Ну что, мы его воскресим. Все, так, готов. Ирина, но Ирина куда-то вообще испарилась сразу. Мне передал цыган, оказалось подделкой бургомистр. Тут ничего конкретно не сказано, в принципе, куда нам идти, по квестам. Как не сказано. Подожди, сейчас я посмотрю. Нет, в принципе, они не обновлялись. Какие были, такие остались. Да. Ну я поднял, короче говоря, этот рапиру с него. Ну-ка, ну-ка. Потом за рапиру. Ну, она... А ты не видела? Нет. Ну на. Ну если обычная, то фиг с ней. Не, а ну рапира написана. Рапира графа этого. А-а-а. Да. Может, что-нибудь поинтереснее, чем у меня. По-моему, через эту дверь мы не пройдем. Да, похоже на то. Так, а что это она мне красная? Используется только законопослушный злонамеренный. А вот так вот. Я не могу ее использовать. Все, вообще так-то неплохо. Давай телепортируемся через этот проход. И сейчас, скорее всего, будет финал уже. Ну, иду. Ирина здесь как-то чудом она ожила без нашей помощи. Ну так по сюжету, наверное, как бы не должна умирать. Но все равно. Ну всё, говорим сразу... с этим Сергунчиком, видимо, или с кем говорить? Не знаю. Или с попробуй Ириной. С Сергеем. Вот, давай с Ириной. Спасибо тебе, говорит. Это затмившее Боровью теперь. Зло, затмившее Боровью теперь побеждено. Посмотри, как теперь сияет солнце. Он повержен, и эту землю снова снизойдет мир. Все, что он сделал, разрушено, и все хорошее снова вернулось. Теперь чистый яркий свет течет даже в замке Ревенлофт. Время смерти и печали прошло. А наше время наконец-то пришло, любовь моя, говорит. Сергей, разве это возможно? Ну, видимо... А, это и Сергей воскрес. Слушай, я теперь до меня дошло. Даже Корифан ее помнишь из легенды? Да-да-да. Тут даже мельник вот стоит, которого на наших глазах, собственно, убили зомби. Угу. Да, говорит, это я, Сергей фон Зарович, брат Страда Предателя. Наконец-то я пришел за тобой. Видишь ли... Сэр Лакмус, столетия назад мы с Татьяной были помолвлены. Моим братом тогда овладела ненависть и ревность, и он решил заполучить Татьяну себе. И тогда он заключил... Ну, это мы уже знаем. Угу. У нее ничего не вышло. Татьяна бросилась вниз с башни. Все это мы тоже знаем. Но вот эта Ирина как раз, видимо, воплотившаяся Татьяна. Это тоже было ожидаемо, в общем-то. Теперь печали позади, мы все рады и счастливы. Угу. 4000 опыта. Но предмет получен, поцелуй Ирины. На память, говорит, о нас. Тебе дали? Нет, его дали тебе. Интересно. Все, все только начинается. Они уходят. Ну давай посмотрим, что мне там дали. А это тоже рапира. В общем-то, только добрый, святой мститель какой-то. Обил какая-то. Ну такая,
стрёмная. Угу. В общем-то и все получается, что... По-моему, это тоже место, через которое мы зашли, просто Но почему-то карта здесь не открыта, это, формально но здесь оно тоже, зашли. нет, оно тоже как бы формально, но просто вот этих всех поставили здесь и посветлее сейчас. Да. А выйти некуда отсюда. Ну почему? Ну, в том смысле, что мы никуда не придем. Это уже конец Пытаться игры. зашла на порой первый раз за много лет. Можно почитать, да, Проклятый снег, дневничок. любимые снова вместе. Ну, Просьба о смотри. помощи у нас так и осталась. Да, квестик не Нам, закрылся. наверное, надо в самое начало вернуться. Может А быть, мы вот с теперь этими можно сможем. поговорить. Подожди, может быть, вот с чуваками вот этими. Ну, что-то никто не особо не хочет говорить. Вот, наверное, вот с этим, да. Нет. Нет? Подожди, но это же сын бургомистра, который нас, собственно, и просил изначально о помощи. Нет. А кто тогда? Кому тогда должен сдать квест? Тут даже вот в церковь нельзя зайти. Давай посмотрим, может быть, можно выйти как-то отсюда. Я думаю, что все на этом. Ну, квест остался. Ну, остался. Это, наверное, недоделка создателя игры. Мода, мода. Да. Нет, никаких маркеров нет, отсюда нет выхода. Ну, если только так пошариться, обследовать местность. Ну какая тут местность? У нас какой-то маленький ролик получается. И так быстро все закончили. Ну, оно так и, в общем-то, и предполагалось. В общем-то, я благодарю всех зрителей, кто осилил до конца эти несколько эпизодов. Спасибо за внимание и до новых встреч на моем канале в новых играх. Всем пока. Всем пока.